привет! Меня зовут Ирина Форми, и я рада приветствовать вас на своих домашних тренировках. Сегодняшнее занятие я посвящаю интервальному тренингу по протоколу 45-15. 45 секунд работы, 15 секунд отдыха. Кстати, эта тренировка хорошо вас подготовит к приближающемуся лету. Первое упражнение – это приседание с диагональным скручиванием и касанием рукой противоположной стопы. Выполняем приседание, на выдохе скручиваемся к противоположной стопе. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Напоминаю, у нас с вами интервальная тренировка, поэтому хорошую скорость здесь прям на таком должном уровне выдерживаем. Второе упражнение – это сороконожка. Через полуприсед уходим в планку и шагаем, шагаем, шагаем вперед. Вышли в ровное положение. Возвращаемся обратно в полуприсед. Снова шагаем в планку. Обратно присед. Обратно шаг, 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 планка. Присед. Планка. В планке важно фиксировать ровное положение, не допускать провалы. Подключать пресс максимально в работу. Планка, присед. Итак, 45 секунд. Третье упражнение – это часто семенящий бег с подъемом бедра. Бегать с вами будем на три счета. Внимание! Раз, два, три, подъем бедра. Раз, два, три. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Раз, два, три, раз, два, три. Пам-пам-оп, пам-пам-оп. И прям дышим. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Бегаем 45 секунд. И заключительное упражнение – это планка на прямых руках с отведением ноги при касании рукой плеча. Итак, исходная позиция – планка на прямых руках. Выполняем касание плеча и отведение ноги. Меняем сторону. Выдох. 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 Коснулись, 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 коснулись. Отлично. Это упражнение мы тоже выполняем 45 секунд. Итак, мы с вами выполнили один круг, и нам важно повторить все 5 раз. Я желаю вам продуктивной тренировки. Пока-пока.